Всем привет! Сегодня хочу показать вам горячую новинку этого года. Лазерный уровень от компании ADA Instrument Topliner 3360. Прибор упакован в цветную коробку со всевозможными вспомогательными надписями. Посмотрим, что внутри. Внутри мы видим три коробочки. Давайте посмотрим, что самая маленькая из них. В самой маленькой находится мишень. Еще коробка, в ней аккумуляторный блок. В следующей коробке зарядное устройство для наших аккумуляторов. В большой коробке находится сам прибор в чехле. Чехол имеет крепление на пояс, крепление на ремень, два кармашка для переноса наших аккумуляторов, инструкцию на русском языке. Давайте достанем сам прибор. Вот такой у нас прибор. Поворотный лимб. Очень удобно, кстати, плавное вращение. Топлайнер 3360 является продолжением линейки Куб, Куб 360, Куб 2360. Главное его отличие от них – это три лазерных плоскости. Одна горизонтальная и две вертикальные. Аналогов данному прибору на рынке представлено много, но топлайнер имеет ряд существенных преимуществ. Одно из главных отличий – использование специального подвеса, установленного в отдельном каркасе в корпусе прибора. Использование такой конструкции сводит к минимуму повреждения при случайных падениях. А также данная технология позволила сделать корпус компактных размеров. Еще одно преимущество данного прибора – крепление с поворотным основанием. Оно легко снимается, в основании металлическая пластина с резьбой 5 восьмых, в самом приборе резьба 1 четвертая. Поворотное основание позволяет вращать прибор на 360 градусов для грубого наведения. Для плавного наведения вертикальных лучей используется специальный винт регулировки. Регулировка его в диапазоне плюс-минус 10 градусов. Расположение аккумулятора находится в задней части прибора под специальной съемной крышкой. Хочу отметить, что время работы с данным аккумулятором при всех включенных линиях составляет порядком 8 часов. Аккумулятор заряжается блоком питания через специальный разъем на корпусе прибора. Если ваш аккумулятор сел, работать можно прямо от блока питания, включив его в бытовую розетку. Управление прибора довольно-таки простое. Большая кнопка сбоку. Хочу отметить плавный ход данной кнопки и четкое позиционирование. Кнопка включения имеет три положения. Выключено, режим работы под наклоном и включено. В режиме работы под наклоном лучи горят, маятник заблокирован, и вы сами выбираете угол, необходимый вам для вашей работы. Включать и отключать линии можно при помощи кнопок на верхней панели. Следующее положение кнопки включено. Маятник разблокируется и автоматически выравнивается. Предельный угол наклона 4,5 градуса. Если вы их превысите, прибор известит вас звуковым сигналом, и линии отключатся. При работе на больших дистанциях или при ярком освещении есть режим работы с приемником. Включается отдельной кнопкой на верхней панели прибора. Использование поворотного крепления позволяет очень легко разметить прямой угол между двумя стенами. Для этого ставим прибор в угол комнаты, включаем вертикальные линии и, вращая винт регулировки, добиваемся точного результата. Топлайнер 3360 можно с уверенностью назвать профессиональным лазерным уровнем для строительства, ремонта, отделки. Ставьте лайки, смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал. Пока!